Министерства иностранных дел. Когда я говорю, что Пашинян эти 4 года делает все один, это касается в том числе Министерства иностранных дел Армении. Да? А чем помогало Министерство иностранных дел Армении? Чем они помогали Николу Пашиняну? Ничего не окнели. Тот же Зограб Нацаканян, тот же Ара Айвазян. 4 года Пашинян работал, по сути, с Министерством иностранных дел, которое ему вредило. Мы все 4 года слышим скандалы, да, что послы Армении, назначенные Микаэлом Минасяном, заняты вредительством во всех странах. Мы все 4 года слышим одно и то же, да, что является саботажем, да, подстрекательством, подставками. То есть наши посольства, да, единственное, что умеют, заниматься кляузами, да, и просто заниматься вредительством. Я не знаю, вам рассказывал или нет, да, я помню, как Зограб Нацаканян выгнал одну послиху во времена Пашиняна, да, во времена Пашиняна выгнали женщину-посла, да, которая не принимала почти ни одного армянина в европейской стране, но к которой захаживали любовники, да, то есть это просто позор. Вот чтобы просто понятно было, что до Пашиняна происходило в посольствах, это просто позор. И армяне этой страны говорили, мы не можем попасть в посольство. Но зато доходили слухи, как любовники туда приходят к женщине-послихе. То есть Республика Армения оплачивает для послов Зограба Нацаканяна здание в европейской стране, куда не могут попасть армяне, но куда могут попасть накачанные мужики. Вот чтобы просто было понятно, как работали посольства Армении, да? Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.